В ОМВД России по Верхнеуральскому району состоялось первое в наступившем году совещание общественного совета. Начальник отдела подполковник полиции Николай Зайцев рассказал об оценке деятельности верхнеуральских полицейских на областном уровне, отметив, что по направлению основной оперативно-розыскной работы Верхнеуральский ОМВД среди 38 территориальных отделов занимает первое место. Николай Юрьевич сообщил также, что вновь назначенный начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков обозначил перед полицейскими в качестве основных две задачи. Следует уделять внимание гражданам. Уровень доверия населения сотрудникам полиции – важная проблема. Необходимо отслеживать и обстановку, связанную с мигрантами. Их в области становится все больше. Общественники обсудили содержание рабочих вопросов, высказали мнение по организации отдельных направлений работы совета, а также в связи с завершением срока полномочий предыдущего состава в повестке дня стоял вопрос об избрании нового состава и руководства общественной организации. В завершении мероприятия начальнику МВД Николай Зайцев поблагодарил всех за работу.